Можно ли дрессировать рыбу? Можно. Как это ни странно, да. Российские ученые научились управлять поведением сразу тысяч обитателей водоемов. Сейчас сама не могу поверить. Стоило проехать 250 километров, чтобы увидеть такую красоту – акватория Вазузского водохранилища, река Осуга. Никогда слово «полигон» не вызывало у меня таких мирных ассоциаций, но это именно он. Здесь биологи учатся управлять поведением рыб. К примеру, 3 года назад подводной гладью воздвигли 2 огромных искусственных рифа. И теперь рыбы, которые до этого мигрировали, никуда не уплывают. Сегодня, если повезет, мы их увидим. Возьми, пожалуйста, компьютер, да, чтобы, не дай бог, его не намочить. Направляемся к понтону. Его специально построили для эксперимента, ради которого мы здесь. Оказывается, рыбы поддаются дрессировке. Их можно научить по сигналу собираться в определенном месте. Конечно, поначалу за лакомство. Это специальный рыбий корм. Он трехкомпонентный. У него есть хлопья, которые плавают по поверхности. Есть более крупный корм, спрессованный в виде таких колбасок. Он при намокании немного погружается. Есть такие таблеточки, которые опускаются на дно. В общем, еда на любой вкус. Подходит и для уклейки, и для леща. Так вот, все прошлое лето ученые ежедневно в разное время включали звуковой сигнал. Ждали 5 минут и бросали с понтона корм. Теперь, заслышав знакомые звуки, рыба со всей округи стремится попасть сюда. Даю сигнал. Сначала вроде ничего не происходит, но это для глаз. От эхолокатора не спрячешься. После включения стимулятора на экране эхолота появились первые рыбки. Они регистрируются у нас в придонном слое. Вот красная линия – это дно. То, что находится на дно, мы зарегистрировано в виде голубого цвета, голубого приходящего, желтая тона – это рыбка. В зависимости от цвета можно судить о размере рыб и точно подсчитать количество. Впрочем, проходит еще минута, и уже без прибора видеокамера фиксирует настоящее подводное столпотворение. Красноперка, лещ и даже хищный окунь с судаком – тут как тут. Мы говорим о создании управляемого пастбища. То есть, обучив рыбу, например, на заводе и выпустив ее на соответствующую акваторию, и сделав места, где бы ей было комфортно находиться, мы в нужное время и в нужном месте можем собирать для товарного отлова, либо для контроля за популяцией. Надо сказать, что идея такого управления не нова. В 80-е ученые активно экспериментировали с морскими обитателями. Самый большой успех был у японцев. Им удалось повысить продуктивность одного участка акватории в 5000 раз. Но от чего-то дальше исследование не пошло. Возможно, с пресноводными все будет иначе. Во всяком случае, те, кто зарабатывают платной рыбалкой, уже говорят, что дрессированные рыбы пришлись бы им кстати.